Вчера у нас на стенде негде было яблоко упасть, я вам скажу так, по поводу посещаемости, поэтому я очень доволен. А мне бы хотелось показать наш продукт в, не просто как выставка, как обычно всегда раньше делали, а в интерьере. Поэтому я обратился к нашим любимым дизайнерам-архитекторам, и также мы обратились к нашим итальянским архитекторам Марко Паулелли, который создает дизайн-продукт для фабрики Арчером, для того, чтобы он создал архитектуру всего стенда. У меня была идея еще дать возможность разным архитекторам-дизайнерам участвовать в этом. Поэтому я обратился к Международной школе дизайна, например. И так возникла первая идея. Вторая зона, например, возникла с помощью LD Decoration. Обратились к региональным, например, Петербургу, братья Жилина, Калининграду, Алена Чашкина. Ну и, понятное дело, Татьяна Горшкова, Анна Золотарева и Виктория Кёрсак. И получился у нас реально классный тандем. И также спасибо Диане Балашовой за оформление «Центральная зона». И важно для нас еще Майк Шилов. В этом году мы презентуем его коллекцию смесителей чизел. Я очень доволен, как все это воплотило в жизни. И самое, наверное, важное, что про нас говорят сейчас. На сегодняшний день говорят, да, лучший стенд на Мосбилдинге.